все зависит только от тебя. О, эй, официант, дорогой мой, подойди сюда. Я кофе заказывал 20 минут назад. Где он? Да, сейчас все будет, извините. Давай, работай. Ну так вот, я ему, значит, и говорю, если тебе нужен этот проект, прояви себя. Но покажи, что ты можешь. Поставь перед собой цель и добейся ее. Правда? А? Правильно я говорю? Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Павел Евгеньевич Чинин? Да, он самый. Вы не могли бы со мной пройти на минутку? У нас вообще-то тут встреча. Ну, буквально на минутку. Я думаю, друзья даже не заметят вашего отсутствия. Вы извините. Буквально на минутку. Паша. Так, Павел Евгеньевич Инин. Зарегистрирован в социальной сети под этим же именем. Да. 14 апреля этого года вы прокомментировали пост, посвященный теме международного терроризма пользователю, зарегистрированному под именем Аркадий Мурин. Цитирую. «Да тебя самого пристрелить надо». Все верно? Не знаю. Столько всего было, всего и не упомнишь. Хорошо, Дим. Вот это и есть Аркадий Мурин. Дим, давай. Прикольно. На, тут все серьезно. Патрон в патроннике с предохранителя снят. А где камера? Там? Там? Я попался. Пока. Пройти можно? Хорошо. Вы что, все охренели, что ли? А? Я сейчас позвоню, куда надо. Сейчас вам тут такой пи***ц будет. Телефон отдайте. Телефон отдайте. Хорошо. О! Дверь! Дверь можно открыть, черт подери, или нет? А? Вы чё? Вы что, это же образно, метафорически. Нет. Никакой метафоры не было. Было прямое утверждение, что его надо убить. Пришло время подкрепить свои слова делом. Возьми пистолет и убей. Сейчас же. Дима!
А может быть, ты пол? Да. Я Я Только, пожалуйста, не убивайте меня. Аркадий Викторович, вы свободны. Я, Павел Инин, чистосердечно признаю, что я являюсь и не отвечаю за свои собственные слова. Точка. Отправить. Павел Евгеньевич, а мы еще не закончили. Отпустите меня! 11 апреля этого года пользователь, зарегистрированный под именем Максим Ляпин, в теме, посвященной запрету абортов, написал вам, цитирую, «таких, как ты, надо убивать». Нет! Слушай, да не ссы ты, а? Все равно не сможет выстрелить. А вдруг сможет? Может, и сможет. Не каждый ж, как ты, балабол. Максим, прошу.